Да, можно ли определить человека, исходя его с даты рождения? Сколько можно, будет зарабатывать? Да, я и говорю, для этого нам надо знать, еще раз, мне надо знать дату рождения. И если идет речь именно о том, что я хочу изменить свою судьбу, да. Но если речь идет о любопытстве, посмотрите меня, кто это, толку с этого никакого не будет. Все делается практично, не теоретично. Я повторю еще раз, я об этом уже рассказывал, когда я приглашал человека, 12-13 год это было, человек приезжал, психолог, там, астролог, лектор, и мы с ним смотрели людей. Значит, 200 консультаций. 200 консультаций, из них полторы семьи, скажем так, поменяли, остальные не поменяли, ничего не поменяли. Это просто нонсенс, полный нонсенс. Опять человек для чего-то берет это все, но ничего не может менять. Сил не хватает поменять. Понимаете, это надо, ну, это надо guidance по-английски, или надо руководство, чтобы человек, если человек сам не может, значит, надо искать, ну, поводыря, который будет его вести. Ну, вот и все, и дать себя на волю, ну, проведения или на волю этого преподавателя, который будет себя вести. У нас очень у многих меняется. Мы на главном канале, поэтому здесь есть ученики, которые учатся у нас в университете. Ну, я-то читаю то, что нам присылают. Не все, правда, но читаю. Огромное количество людей, которые пишут, у нас все изменилось. Ну, как оно изменится, если ты практически не будешь этим заниматься? Ну, значит, можно.